Не все можно увидеть, сидя в кабинете. С такой позиции выступили депутаты законодательного собрания региона и возобновили традицию выездных заседаний. Первой точкой их визита стал производственный комплекс ДСО-3 под Владимиром. Оснащенность и людскими, и материальными ресурсами у нас 100%. Песка соляной смеси уже заготовлена, сейчас сказали, 100%. У нас она 100% уже готова, разведена по базам. Депутаты проверили готовность техники, которая находится уже у нас в дежурном режиме, там полностью заправлены, готовы к выезду для очистки, патрульной очистки дорог уверенной. Предприятие обслуживает более 5000 километров дорог. Для этого в филиалах ДСО-3 задействовано почти 500 единиц техники. На носу зима, сложное для дорожников время. Поэтому вскоре к работе приступит еще 28 новых машин. А вокруг нас находится техника, которая закуплена за счет средств областного бюджета. Я так понимаю, по просьбе, в том числе, законодателей. Новая техника, к слову, универсальная. Летом она сможет участвовать в ремонтных работах, а также убирать улицы от пыли и грязи, перевозить стройматериалы и даже помогать в опиловке деревьев. Кроме того, каждая машина российского производства. Хотели бы поработать на таком аппарате? Не знаю. Аппарат отличный. Аппарат отличный и сопоставим с зарубежным аналогом. Всего в этом году на покупку коммунальной техники муниципалитеты получили более 600 миллионов рублей. Деньги решением губернатора Александра Авдеева поступили из областного бюджета. Депутаты поддержали идею выделения дополнительных средств, субсидий из областного бюджета для покупки коммунальной техники муниципальным образованием. Поэтому здесь как раз мы находимся на площадке, на которой присутствует 28 единиц техники. Была она закуплена согласно заявкам, которые подали Министерство транспорта. Владимир, например, в этом году вдобавок к уже имеющимся будут убирать 3 новых трактора и 3 коммунальные машины. А в Александровский район поступит многофункциональная дорожная техника. Алексей Дунин, Алена Кудряшова, Дмитрий Шаталов.